Старажитную чудотворную святыню доставили у Гомель. Образ Божьей Матери Скоропослушницы доступны для поклонения верникам у храме, який находится на скрыжевании улиц Яфремова и Сухого. Сведками прибытия иконы стали наши корреспонденты. У храм иконы Божьей Матери Скоропослушницы доставили одноименный чудотворный образ. По историчных звестках, ему 111 году. За этот период было зафиксовано множество чудотворений, у том лику и у сучасные дни. У город над Сужем святыню доставили из вёски Дубровка Дубровского района. У Гомеля я ее сустрел епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. У нас принято такое решение, что каждый год Великим постом этот образ на несколько дней, то есть на 2 недели, будет приезжать в город Гомель, чтобы и гомельчане могли тоже поклониться и принести свои добрые, благие дела, добрые намерения перед этим образом, попросить Божью Матерь о заступничестве и о детках, и о семье, и о нашей Родине. Лечится, что скоропослушница позбавляет от хвороб. Батьки молятся иконникам оборонить своих детей от неприемностей. Звертаются до образа и за парадами. Со своими просьбами и молитвами. У первый день знаходжения святыни в Гомеле прикластися до ее пришли десятки верников. У меня 3 детей, 6 внуков и 2 правнука. Вот о благополучии их чад всегда сбывается, когда веришь. Главное, надо верить. Поклониться святыне можно с 8 годин раницы до 8 годин вечера. У Гомеля она будет находиться до 22 красовика. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадокомпания Гомель.